Моцарт. Концерт номер 23 для фортепиано с оркестром. Первая часть. Солистка Алия Карашева. Класс педагога Мельковой. Thank you.
Thank you.
Уважаемые дамы и господа, наш концерт завершен. Мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч. Здравствуйте! Наша передача называется «В концертном зале». Сейчас мы находимся дома у Карашевой Алии, и у нас есть несколько вопросов для нашей юной пианистки. Итак, вы сегодня исполняли произведение Моцарта. Расскажите, какие ваши ощущения перед концертом, на концерте и после концерта? Чуть волновалась, но... Вообще-то не волновалась. У меня руки потели. У меня руки потели. Потом я платок забыла. И вытерла руки. И на платье все вытерла. Вы своим смехом показываете ваш низкий уровень. Пожалуйста. Мне просто смешно как-то. Что я хотела сказать? Мой вопрос. Какие ваши ощущения перед концертом и после? Перед концертом я волновалась, конечно, потому что это первый концерт мой с оркестром. А после концерта я, конечно, не волновалась. У меня ощущения были хорошие и радостные были после концерта. И вот так, в общем. После концерта вся радостная, хожу везде, бегаю. Что вы знаете о Моцарте? Моцарт, он великолепный композитор. Он в 3 лет даже слышал в секундах еще некоторые звуки. Он на любом... Он 6 лет написал концерт. Одним словом, абсолютно слух — гений. А как вы считаете, вы станете знаменитой пианисткой или все-таки пойдете по другой дороге? Как это, я не знаю. Надо заниматься. И как я могу сказать? Мне 11 лет. Я учусь в Жубанской школе, вот мое произведение. Шопена, этюд второе. Итак, мы брали интервью у Карашевой Алии. Сегодня она давала концерт с оркестром Моцарта, номер 23, да, и первая часть. До свидания.